Скажите, где мы сейчас были, что делаем? Где были? Лазили часов, наверное, 6 по Королевскому музею Онтарио. Просмотрели там 4 выставки, ну и плюс еще текущую выставку. То есть от динозавров и юрского периода до современных фотографий там какого-то известного фотографа. Интересно, познавательно. Сейчас находимся в парке Торонтарского университета. А куда идем? Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем вы о нем, а то вам тоже захочется пива.